бачу ці образи перед очима, убиті діти, без ніг, без рук. Це образа, це жахливо. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню «Білд». Наша нація за час повномасштабної війни осягнула свою велич та побачила справжнє обличчя своїх східних сусідів. Офіційна політика України щодо Росії – зрозуміло. А як ставиться до росіян звичайний пересічний українець – дізнаємось просто зараз. Ненависть. Вже ненависть. Там багато родичів, ми з ними вже не спілкуємось, тому що різні погляди. Зараз все тільки ненависть. Вони зовсім інші. Вони нам ніхто. Это люди, от которых просто надо отгородиться большой, желательно, китайской стеной. Я надеюсь, что китайская стена продолжится вдоль наших границ. Очень бы хотелось. А людям, которые поддерживают это все со стороны наших плохих соседей, нельзя так делать, но, наверное, уже появилось то понимание, что хочется, чтобы они тоже как-то на себе это ощутили. Это трагедия для всех. У всех и друзья есть, и родственники, и знакомые в России. Ну и у всех, да, по-разному складывается. Кто-то понимает друг друга, кто-то нет. Это сложно. С невагу. Їх жорстокість не має меж, тому як я можу до них відчувати щось гарне, тому це якісь низькі люди, мені здається. Я дуже миролюбивий чоловік, дуже. Понимание ненависті, к большому сожалению, после Бучи, у меня обида. Обида за то, что мы все люди, и почему-то кто-то решил, что это очень такая тяжелая тема в плане того, что понимание ненависти такой сильной нету, есть обида. Сейчас, конечно, злость ужасная на них, ну, хотя там родственники и живут, но сейчас, конечно, после того, что происходит, очень больно на это все смотреть. На этот вопрос не хочется отвечать, правда, потому что тяжело. Тяжело. Я не могу сказать, что это прям ненависть, это боль. Это боль, действительно боль за то, что люди бывают такими. Что люди сами испытывают ненависть в нашу сторону. Мне стыдно за них. Знаете, там битпорт висит. Вот это бы я сказала. Хотя родственники ж есть же там. Я думаю, у всех есть родственники. Тварь они и все. А что еще можно сказать? Нельзя, наверное, такое на камеру говорить, да? И, а что Путин сдох, можно такое говорить? У всех квартиры, дома с ремонтами, и все остальное. Все нажитое непосильным трудом. Ну туда же мы не вернемся. Если там будут россияне, ДНР, ЛНР, мы туда не поедем.